Всем привет! С вами дизайн-студия Визардис, и сегодня мы поговорим о ПВХ-потолках. Конечно, все знают, что они, мягко говоря, не очень экологичны, и вот лучший эксперт по ним. Ты вообще дура, а? Шаня! Просто пи***. Шаня, идиотины кусок, просто... Самый неприятный вариант с вашим потолком – это когда прошло более 2 недель, а запах не исчезает. Он достаточно сильный, тягучий, такой несколько сладковатый. Так пахнет ядовитый фенол. Тут и спрашивать нет надобности, не вредны ли натяжные потолки с таким запахом. Очень вредны. В этом случае, ну реально, не медлите, заставьте мастеров срочно демонтировать потолок, иначе потеряете здоровье. Многие скажут, да, мы живем в мире пластика. Пластиковые окна, ПВХ-трубы, мы уже привыкли к ним. Да, живем вместе с ними и ничего не сможем с этим сделать. И, наверное, организм привык к ним. Но все-таки то, что скажет эксперт, заставит вас задуматься. Фидол. Не зря он по запрету во многих странах. Он нарушает работу сердца, почек, печени и нервной системы, обжигая носоглотку. Он может привести к отеку легких. Рак, бесплодие. Плохо еще то, что он весьма стоек, почти вечен. Кадмий. Опасное вещество второго класса. Напротив, выходит из организма долго, от 10 до 30 лет. И еще. Толуол. Принадлежит к углеводороду, производится из нефти. Это сильный растворитель для лакокрасочных материалов. В воде он не растворяется, зато с воздухом превосходно смешивается. Есть еще тканевые потолки. Вот так они выглядят. И если вы не переборщите с цветом, потому что расцветок там очень много, и умело их примените, то в принципе будет неплохо. Есть и белые тканевые потолки. Они, конечно, дороже стоят, но зато никакого фенола, кадмия в них нет, и они гораздо безопаснее. В общем, цена-качество, выбор за вами. Если очень хочется, то, конечно, можно и подвесной потолок. Но с кошечками осторожно. А вообще, дизайнеры гораздо больше любят хорошо сделанный и покрашенный белый потолок или потолки из гипс-картона. И мы обязательно об этом поговорим. С вами была Визардис.